Последние дни февраля в Крокус Экспо прошли две выставки, посвященные не столько бизнесу, как это обычно бывает на промышленных форумах, сколько отдыху. 26 февраля началась традиционная весенняя выставка «Охота, рыбалка, отдых». Все, кто предпочитает в свободное время выбраться на природу, могли оценить новейшие предложения в индустрии активного отдыха. Сразу привлекал к себе внимание специальный транспорт. На такой технике можно забраться в самые дикие места. С вопросом, кто же добыл мамонта, мы обратились к специалистам. Охота, рыбалка, отдых – это традиционное место встречи единомышленников, в том числе поклонников редких в наше время увлечений, например, соколиной охоты. Для рыбаков на выставке также были представлены новейшие технические достижения. Thank you.